На праздник весны и труда только с песней. В солнечный выходной работники заводов, школ, студенты не поленились встать рано утром. Во главе колонны первые лица региона и те, кто на днях получил звание «Профессионал года». В стройные ряды трудящихся жителей вступают с флагами, транспарантами и воздушными шарами. Просто с бодрым настроением, со своей семьей, с внучкой, с женой, с сыном, который находится здесь. Это праздник! Это вот настроение, весело. Нравится вот мне весело ходить. Под звуки музыки и речи ведущих колонна ступает на площадь Куйбышева. Марширующих с трибун приветствуют родственники и коллеги. По площади проходят представители всех районов города, политических партий, спортивных и творческих организаций. Люди вышли для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность, единение свое. В такое время и в стране, и в мире исключительно важно быть вместе, быть сплоченнее, быть организованнее и быть сильнее в итоге. Среди пестрых лозунгов главный – мир, труд, достойная жизнь. Присоединиться к праздничному шествию 1 мая могли все желающие. Людям предлагали встать в колонну своих районов. Колонна растянулась до улицы Ленинградской. В ней как минимум 30 тысяч человек. В этом году здесь представители всех крупных предприятий региона. Впервые участвует малый бизнес. Чтобы шествие прошло весело и непринужденно, в колонне тысячи артистов, которые поднимают людям настроение. После торжественного шествия жителей ожидал сюрприз – красочное представление с участием юных спортсменов. На площади выступили гимнасты, черлидеры, прошла колонна велосипедистов. Овациями жители встретили раритетные автомобили и байкеров. Кульминацией праздника стало трюковое шоу на велосипедах и мотоциклах. Алина Чемерис, Василий Колдашов, «События».